обобщенное понятие. Конкретные убытки могут нести те посредники, которые, пользуясь инфраструктурой банковской армянской, лишаются возможности зарабатывать на закупке каких-то подсанкционных или как бы сомнительных с точки зрения санкций товаров за рубежом и переправкой их потом в Россию. Но это все очень, так скажем, условные величины, и по той информации, которая размещена в газете «Коммерсант» со ссылкой на источники, без названий конкретных банков, без названий конкретных компаний, какие-то конкретные оценки давать очень трудно. Но что здесь можно сказать уверенно, что мы, похоже, начинаем сталкиваться с тем, о чем говорили большое количество чиновников из армянского правительства весь последний год, о том, что соблюдение там санкционных ограничений, наложенных западными странами в адрес России, является для армянского государства важным параметром в работе, потому что это позволит избежать риска введения санкций уже против армянского бизнеса и армянских банков. И если для того, чтобы избежать, например, попадания какого-нибудь армянского банка в санкционные листы, европейские или американские, а значит отрезание от возможности работать с евро или с долларом, а если ради этого стоит чуть более внимательно и чуть более придирчиво относиться к проведению транзакций с какими-то российскими контрагентами, то, скорее всего, это вполне разумная цена. Поэтому с точки зрения будущего ограничить часть своих аппетитов сейчас, именно коммерческих аппетитов, ради того, чтобы остальная легальная, непансанкционная часть транзакционного бизнеса, который занимается Армения сейчас, связывая Россию и Европу, продолжала работать, я думаю, что это вполне себе правильная и разумная тактика со стороны армянских банков.